Добрый день, дорогие друзья! В новой неделе с вами снова программа «Живое слово». И мы продолжаем говорить на этой неделе, потому что не получилось, не то чтобы не получилось закончить, мы даже не подобрались к третьему стиху, хотя было 6 программ записано. Мы продолжаем говорить из 62-го псалма. Итак, я прочту первые стихи, чтобы немножечко восстановить картину. Псалом Давида, когда он был в Иудейской пустыне. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя я ищу. Душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится, в краю сухом и бесплодном, где нет воды. Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою и славу». Знаете, я бы хотел остановиться на вот этой первой части третьего стиха, где Бог через Давида, Он обращается к нам и говорит: «Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою, славу Твою». Очень часто в нашей жизни мы остаемся один на один с проблемами какими-то. Почему? Почему нам кажется, что рядом никого нету? Почему люди плачут? Почему люди волнуются и переживают, что они один на один с этой проблемой, у них нету ни к кому обратиться, или, может быть, ни к кому поддержать? Я думаю, что Давид, здесь мы читаем в первом стихе, что он находился в Иудейской пустыне. Пустыня, мы говорим, пустынное место. Как правило, это место не то чтобы уединения, но это место одиночества. Это место, где никто не может поддержать. Но вот здесь, смотрите, он говорит: «Я смотрел на Тебя в святилище». Когда мы взираем, когда мы обращаем свой взор к Богу, мы всегда будем осознавать и понимать о том, что мы не одни. Я знаю о том, что по статистике в Украине одна из самых больших проблем, которая есть, это проблема одиночества. Кстати, на нашем канале вы так можете набрать в поиске на нашем канале «Одиночество» Андрей Куксенко, и у вас будет видео, там почти час с чем-то семинар я проводил на тему одиночества, вы можете посмотреть прямо сейчас и узнать для себя рецепт, как можно справиться с одиночеством. Но если сегодня, прямо сейчас вы чувствуете, что вам совсем плохо, у меня для вас есть такое, знаете, вот, может быть, пророческое слово. Я хочу вам сказать, что если вы будете смотреть на Бога, вы вдруг поймете и осознаете, что вы не одни. Вы не одни. Прямо сейчас, если вы обратите свой взор на Бога, вы вдруг поймете и осознаете, что рядом с вами не только Бог, но рядом с вами все воинство небесное. Все свидетели, которые на облаках сейчас смотрят на нас с вами, они находятся вот тут, рядом с вами. Поэтому вы не один. И неважно, какие сегодня вы проходите ситуации, неважно, что в вашей жизни, какие обстоятельства, я вам хочу сказать, нет таких обстоятельств, которые могли бы сделать человека, который вместе с Богом, одиноким. Поэтому вы не один. Вы точно не один. И если в вашей жизни так происходит сегодня, я вам хочу сказать, просто обратитесь к Нему, Бог обязательно поможет и поддержит. А если мы можем быть чем-то полезными, то пишите в комментариях под этим видео или обращайтесь, контактируйте, пишите по контактам, которые есть на нашем канале, мы обязательно свяжемся и поможем вам. Увидимся с вами завтра, и мы продолжать будем продолжать с вами говорить из 62-го псалма.